Чё, блядь, происходит? Вы чё, укурыши творите? Чё, кого, народ? Меня зовут Черкё. А сегодня, нежданно, невиданно, вновь мы будем продолжать играть в игрулечки под названием Troll Face Quest. И я решил их все-таки до конца все пройти, все части, просто вот все подчистую. Их я тут смотрю просто дофигище, большое количество. Поэтому если мы будем начинать проходить их, то это будет, ну, очень капец долго. Ну, именно по сериям. Поэтому я думаю, сделал какой-нибудь специальный... кто это? Как их называют? Плейлисты, во! И там все они будут. Так что вот начнем, да. Так... Ой, какая ты громкая там. Так, это выключаем нахер, не надо. И старт. Чё тут у нас? Ох, нихера, 20 уровней целых. Офигетительно. Нет, нам звук нужен. Как я без звука? Сейчас я только потише сделаю, чтобы... Ой, а у нас и так нормально. Вот, на 30, я думаю, хватит. Так, чё тут надо? Но я буду всегда стопотняка ожидать каких-нибудь подкольчиков, потому что, ну, не все просто так, не все. Давай это, нет, это. А я прошел, а я красава. Подожди-ка, ну-ка, я кое-что забыл сделать, друзья. Так, иди в пень, это так, о-ля-ля-ля, вот это вот. Да, все, я забыл проверить звук. Ладно, думаю, со звуком все нормально будет. Ладно, мы этот первый уровень вообще быстренько прошли. Неожиданно, но факт, мы его быстро прошли. Так, супер-дупер VIP Night Club. А, нас хоть пропустят, думаешь, да? Понятно, послал меня в пень сразу, как я только пытался войти. Вот эту птичку я вижу. Так, а это что такое? А, это выход, типа, понятно. Так, а чё, помимо него... Опа. Я звездочки могу нажимать. В смысле, чёрные звезды, все такое. А, какой хитрец-то. Так, дальше, что тут у нас? Ой, это съемка. От вспышки, серьезно? Там что, снайпер работает? Ну-ка, а если мы вспышку берем? Нет, нельзя. Так, а если на него нажать? Нет, тоже нельзя. Ёбана в рот. Ну окей, что тогда делать? Е-е-е-е, сучечка. Как-нибудь, чтобы ты... Да блин! Как ты так выдыхаешь-то от этого? Так, окей, а может куда-нибудь... О, подожди, я что-то тут видел. А, дружище! А нет, курсор показывается, все правильно. Я думал, я курсор опять забыл поставить, и получится как в прошлой, то есть в прошлой серии, что нифига не видно, не было видно. Так, а куда тогда нажимать? Да ёпана в рот, стой ты на месте! Так, сюда нажать? Нет, это то же самое. Блин, ну ты меня, конечно, заинтересовал, дружище. Куда тут, блин, тыкнуть можно? Волграунд, это, по-моему, не то вообще. А может как-нибудь тебе в рожу перевернуть? Нет. Это тоже фоткать. Так. Надо подумать тогда. Блин, я опять на него нажал. Я думал, как-нибудь по-другому там маску одеть или что-то типа того. А нифига. Нет, на него тоже. На эту лампочку нельзя нажимать. Блин. Какой хитрый ты хер. А может просто взять его и уйти? Можно? Нет? Нет. Да ё-моё. Нет, этой вспышки сейчас тоже убьет нафиг. Да ё-моё, одно и то же дело. Меня вообще не жалко, нет? Что это за фотограф такой? Ты не фотограф, ты убийца, сучечка, знай это. Хватит ржать. Блин, что у него с руками? Это не руки, а грабли какие-то. А я майн меню нажал случайно. Да ёбана в рот, куда тут нажимать-то? Ай, твою же ж налево. Ты как взял, ты меня заколебал. Куда тут можно нажать, чтобы он не фоткал так ярко? Может, это вообще не то?
Может, я сам путаю, что-то не то нажимаю. О! Классно. Вот, видишь? Практически был прав. Надо было на него нажать. Только на глаза. Опять ты курочка. Сука, и что это такое? Сука. Облачко, облачко. Так, и что же с облачком делать? Так, подожди. А может другое облачко подогнать? Нет, нет. Так, может как-нибудь его пробудить? Но я понял, что типа вот это можно нажимать. Ну-ка. Нет, одно и то же. Ты смотри, что-то не то делаю, да? Ну, например, вот это меняется, окей. Есть! Я успел, я понял. Я так и знал, что на него надо было нажать. Луна, между прочим, отогнала само облачко. Какого фига? Я понять не могу. Ладно, давайте дальше смотрим. Окей. Нет? Зараза. Не то. А что делать? Он хочет помыться или помыть? Ну-ка, это. Это типа горячая и холодная вода. Чуть-чуть подкрутить, все равно горячая и холодная будет одновременно идти. Блин, а что тогда делать? Ну-ка, 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 ну-ка. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где тут? Чё нажать можно? Паника, принципная. Опа. Нет, что-то показалось. Да ёб твою ж налево. Птичка, иди нахер, я стесняюсь, походу, тебя. Чё он на неё пялит? Ну-ка, куда он пялит? Он сюда пялит. Нет. Тут вообще ничего не нажимается. Чё делать-то? Ой! Куда? Я куда-то там... А, волграунд нажал. Понятно, я не туда нажал. Так, можно тут покрутить два крана. И все. Эту черную штучку крутить вообще нельзя. Что делать-то? Чего? Кого? Это что? Вот это. А, я не вам показываю, это я себе. Это память на камере заканчивается? Да ты охерел, товарищ. Это что, придется мне удалять? Да ну на, не. Я успею пройти уровень за 3 минуты, я тебе отвечаю. Блин, я успею. Ну то, опа, есть контакт. Сейчас, дружище, подожди. У меня память на камере закончилась, ты представляешь, дружище? Но все нормально, я удалил пару видосиков оттуда. Все нормально. Продолжаем нашу маленькую акханалию. Что это, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это ты, конечно, кукольник. Что-то мне напоминает это Наруто почему-то. Такая же фигня. Да не, я не это нажимал. Блин, вот это же, конечно, жесть. Жестоко сейчас будет, если я что-то пропустил. Ну-ка. Нет, то же самое. Ё-моё. Дружище, а может твои руки? Нет, руки то же самое. Может облачко? Нет, облачко, нет, это не туда, ёп, твоё ж налево, что нажимать? На тебя нажимать нельзя. Нет. Может успеть как-нибудь, когда он сюда вот? Нет. Блин, что делать тогда? Чё это? Не зря мы выбили ту первую птицу с первого уровня. Она нас спасает уже не раз, между прочим, заметь. Так, хорошо. Ой. Что это? Ты хочешь? Как ты починаешь? Зачем ты в рыцарском доспехе через металлоискатель-то идешь? Ой, серьезно? А я... Нет! Да ё-моё! Может раздеться как-нибудь? А, нет, нельзя раздеться, он сразу идет. Ко-ко-ко-ко! Сука! Ко-ко-ко-ко! Блин, опять этот волграунд нажал. Я хотел на птичку нажать эту. Не успел. Ай! Как-нибудь... что делать-то? Чего делать? Чего? Хуя он работает на клавиатуре.
Ой, что делать? Что? Что? Мне может назад пойти просто? Ну вперед ты хер пройдешь, я тебе отвечаю. Хотя мало ли. Нет, да что такое-то? Как пройти этот гребаный уровень? А-а-а, твою же ж налево. Да просто сбрось это все. Ну-ка. Нет, вот больше ничего, кроме этого, нажимать нельзя. Значит, подготовиться заранее надо. А что подготавливать, понятия не имею. Тут есть вот эти крутилки. Они типа крутятся. Дженнис! А что дальше делать? Я... Как-нибудь... Нет. А, не иди туда! Зачем? Зачем ты туда пошел, идиота, кусок? Нет, стой, я на тебя не нажимал. Да ты серьезно? Я на него чуть не... Я же не нажимал на него, по-моему. Или нажал? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно, отбросим логику. Тут какая-то подстава. Это же тролль. Это тролл-фейс. Квест. Ясен пень. Значит, тут есть какая-то подстава. Но какая? Я тут подстав не вижу, я все перетыкал. Твою налево. Вот мне точно говорила эта темная пересмешница, что эти квесты станут только сложнее с повышением уровня. Охренеть, что я сделал. Нифига себе, вот это я, нифигашеньки. Вот это красавчик. Понятно. Начало хорошее. Чё, блядь, происходит? Вы чё, укурыши творите? Обкурыши вы долбаны! Поймали тролл-фейса вот так вот. Ага. Не хватает троллинга. Ой. Моя птичка сдохла. Ах, вы твари. Это моя птичка. Ладно, меня не страшно. Птичка главное жива. Какого хера, кстати, она летать-то не умеет. Чё ты? Чё-то он не хочет летать, по-моему. А спуститься нельзя просто, что ли, или чё? Понятия не имею. Не понял. А чё делать тогда? Охренеть, вот это я рандомно. Вот это, товарищи, полный рандом сейчас был. Какого фига? Я даже нифига не понял, что я сделал. Так, найти три одинаковые, что ли, или что? А? Чего, блядь? О, две нашел. Так. Вот, еще нашел. Вот, еще нашел. Нет, это не то. Это, нет, это, да. Restart level. Зачем? Я вот так и знал. Я помню некоторые подставы из первого Troll Face, поэтому мне немножко легче это воспринимать. Так. Ой, птичка улетела. Сука. Отдай мне гребаную конфету. Может, как-нибудь она сейчас прилетит ему в лоб? Нет. 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 Да ёбана в рот. Что делать то-то? Ну-ка, перезагрузить можно его как-нибудь? Или нет? Не, ну если я не провалю уровень, значит все нормально. Я так думаю. Так, это нельзя. Что? Что вы от меня хотите? Больные ублюдки. Сука, хватит ржать. На кой я вообще туда лезу? Ну-ка, давай-ка перезагрузим. Может, я что-то неправильно сделал. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ну-ка, подожди-ка, сейчас еще раз. Если я успею прыгнуть и нажать... Нет, не успел. Блин, я думал, может, по лбу она как-нибудь мне прилетит. Это птичка. Так, окей, а куда нажимать-то?
Может, что-нибудь под нее подставить или... Блин, у меня сейчас идей вообще нет. Но сейчас будем пробовать все, что можно тыкнуть. Блин, ты какой-то сранец, да? А может, просто уйдешь? Зачем тебе эта конфета именно от него? И как бы я не на тебя прыгаю, нажимаю вообще. Да ты засранец-то какой, а? Нож на нитку нажать? Нет. Сюда? Нет. Сюда? Нет. А-а-а! Куда тыкать, я понять не могу. Твою налево. Думай. Блин, я опять этот волграунд нажал. Да что такое-то? Так. Но я тут не вижу, куда можно что-то тыкнуть. Нет. Блин, слушай, это... Это сейчас думать надо. А-а-а. Можешь букву его ударить какой-нибудь? Я просто уже понятия не имею. Блин, ну что-то же должно сработать. Так. Ну-ка. Сюда тут ничего не тыкается. Тут ничего не тыкается. Что тут может, блин, быть такого сверхъестественного-то? Серьезно? Это настолько было легко? Я все просто перетыкал, рандомно нажал на эту грёбаную... Ну вы все видели, это, блин, просто нажать на этот грёбаный фантик, чтобы он высыпался, и он съел грёбаную конфету. Все! Ничего тут не надо было придумать. Но нет, это я любил делать. Опа! Титаник! Трололаник. Нет! Уйди! Рандом и необходимость быстро принимать решения делают во мне героя, который выбирает только своим в целые ледники. Классно, ничего. А я же съел... меня съели. Да я не хотел себя жрать. Блин, да ты какой, а? Ты любишь меня покушать, да, сучечка? Любишь? Нет, это уже не важно, понятно. Так, акула. Тут, сука, надо к деталям присматриваться. Сука, ты какой, а? Блин, ну что ты... А тут что делать? Опять я на тебя нажал, да ты засранец. Так, куда тут нажимать? Куда тут можно нажать опять? Да опять ты меня сожрал, засранец. Да ёбана в рот. Это вот на будильник как раз. По ушам бьет, капец. Сто пудняк проснешься, отвечаю. Твою налево я не хотел, чтоб ты меня сожрала, засранка. Так, может здесь что-нибудь? Здесь только акула. Опа. Здесь какой-то перескок был. Нет, показалось. Да ёбана в рот. Ну да блин. Стопудняк должно что-то бы... Опа. Нет, это опять то же самое. Да чтоб тебя. Ничего, сейчас найдем. Нет. А тут вообще на акулу надо? Что с ней делать-то вообще? Блин, да какой, а? Че ты на меня жрёшь-то вообще? Не такой я аж вкусный. Да уплывай ты от нее, что ты на нее смотришь-то? Да балетство. Разврат и наркотики. Сука. Да чё тут делать-то? Блин, ну... Я опять в ступоре. Что такое-то? Опять какие-то мелкие детальки искать? Нет, это нихера не мелкая деталька. Нет, нет. Птичка, сдохни нахуй. Я понятия не имею, что тут делать. Тут серьезно. Так. Ну давай искать. Я как всегда найду. Я знаю, что я найду. Но это пройдет хоть год,
день, два, три. Может вообще ничего делать не надо? А, это мне показалось, что-то у нее на носе, или это реально на носе? А, это реально на носе что-то. Блин, и что же тут делать-то, а? Игра, ты меня паникуешь. Да хуя тут птичка эта? Она меня бесит. Хотя она не раз нам жизнь спасала, между прочим. Чего там? А, показалось опять. А-а-а! Твои налево. Акула, не ешь меня. Достаточно умилительно. Сука. Да не надо меня жрать. А может просто стоять и ничего не делать? Ну-ка, вот давай я просто буду стоять и ничего не делать. Ну, какое-то время. Долго я делать ничего не буду, не буду. Ничего не делать не буду. Да нет, она просто стоит. Блин, понятия не имею, что тут делать-то. Ох, ты ж ёшкин, ты картошкин. Блин, опять паника, да что такое-то? Где тут что есть, может быть, возможно? Я понятия не имею, блин. Думай, где тут что надо нажать? Такого, чтобы она нас не сожрала. Да ёбана в рот. Сука, ты не... А, хватит меня жрать. Нет. Сучка она. Нет. Блин. Нет, перетягивание тоже не работает. Тоже не работает. Нет. Да твою налево. Чё тут нужно сделать-то? Перемотка. Ну, писаю для вас, чтобы вы не думали, что я долго тупил. Чё, блядь? Видали? Чё-то сделал уже. Опа. Нихера себе. А и чё? Этот хер был в костюме, а там ни хера не костюм. Это, знаете, типа рыба такая, которая светится своим лба или черная там светящая такая херня. Я думаю, вы знаете. Она призывает жертву, типа вот такая хорошая, просто фонарик, просто светлячок, который можно зажать, оно бац нахуй. И все. Закон жизни, ёпта. Так, дальше что у нас тут? Опять 25. 11.05, 7.25. 7.25, вот, пожалуйста. Не понял. Чё тут делать надо? What the fuck? Чего? Ку-ку! 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 Ку-ку, сука. А что тут делать-то надо? Какие-то... Что-то... Может, подойдешь и просто... Что он делает? Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нет. Ну-ка, теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Нихуя, не работает, по-моему. Раз. Что тебе надо вообще? Какой ты хитрый-то. Хочешь, чтобы тебя нажимали, да? Ой, да хоть затыкаюсь я сейчас. Это вообще, по-моему, ложка. Да чё творится в этом мире? Опа! Отлично! Чё за херня? Я чё-то там нажал и нормуль. Кнопка какая-то была, по-моему, я не понял, если честно. Замечательно. И чё?
Плюс 50 тогда не горит ни хера. Вы чё? Ну-ка, если сейчас дверь разморозится, зайди быстрее, быстрее, быстрее. Красава! Logic, ёпта. Logic. L-O-G-I-K. Ёпта. Вот так вот надо... Чего это? Сука. Не понял. Чё тебе надо? Может, не тут тыкнуть надо? А-а-а! Опять сложные загадки, ты меня сложнишь. Ты какой толстый. Так, подожди, ну я не понимаю. Если... Нет. Да ёб твою налево. Так, подожди, а какая-то закономерность что ли есть? Или чего? Не понял. Ну-ка, если в одну и то же тыкать, то... Ну это я понял, что он не хочет, чтобы я выиграл. Это понятное дело. Мне какая-то закономерность, смотри-ка, есть. Чё тебе надо-то от меня? Можешь быстренько успеть нажать? Нет. Да блин. Ну ты стопудня хочешь, чтоб я не выиграл, это понятно. А чё же нужно-то тебе? Ты какаха ты какой-то. Подожди. Опять придется логику отключать, да ты офигел? Так. Нет. У него какая-то закономерность все-таки есть. Наверное. Просто итог в том, что я постоянно не попадаю по этому шарику. Нет, тут ничего нету. Блин, а что тогда делать? Ну, меня постоянно эта фигня поражает. Какими-то новыми своими загадками. Ой, у нас уже, сука, ни хера времени сколько пролетело. Народ, у нас уже почти 40 минут записи идет, вы понимаете? И вот этот, если уровень мы и пройдем... Ну, у меня просто 40 минут, я там же еще вырезать буду. Блин, надо что-то сделать тогда. Какой-то надо в угол нажать. Вот я тебе отвечаю какой-то. Да, блядь, не на этот волграунд. В смысле? А! Опа, ай, мне показалось. Так. Но куда-то надо нажать, да? Откуда? Да ты твою же ж мать, как... Я уже с ума с этой игрой схожу, наверное. Какой у тебя палец маленький, ты не замечал? Блин, а что делать-то? Нет, нет, нет. Хелп, хелп, ёпта. Я уже все поделал гребаной мышкой. Чё делать-то? Чё делать-то? Чё делать-то? Чё делать-то? Вы выключите игру, нахер. Сука. Ладненько, народ. Уже реально 35, по-моему, минут даже мы записываем. Может, 36, я даже не знаю. Давайте мы пока на этом закончим. В следующей серии мы продолжим играть. Да, я знаю, дебильно как-то продолжать на 16 уровне продолжение делать. Но я думаю, в будущем мы будем как проходить? Мы будем две части проходить. Вот эту вот, да, пройдем вторую часть. И будем проходить, наверное, третью часть. Но я не знаю, как это получится у нас. Так что, дружище, ставь лайк, если тебе понравился этот ролик. Подписывайся на канал, если еще не подписан. А подписывайтесь на группу ВКонтакте. И не забывайте делиться этим роликом с друзьями и комментировать его. С вами был Джерки. Это был Троллфейс, сука. Второй. Все, всем удачи, народ. До следующих серий.